Всем привет! Народ периодически интересуется, особенно когда поднимается тема NPC-индусов, а можно ли еще на чем-то фармить? То есть помимо геката на чем-то еще. Очень много было вопросов по поводу Джека. Можно ли на Джеке фармить? Собственно говоря, перед вами фит Джека, который я собрал для фарма NPC-индусов. Сразу... Наверняка появится вопрос, почему ракеты? По одной маленькой причине, потому что ДПС. Надеюсь, этим все сказано. Вот, да, можно сдалека расстреливать NPC-индусов, но это будет дольше, потому что ДПС намного ниже. Намного ниже. И опять-таки, сдалека непись-то на вас все равно летит. Даже если вы там будете орбитить, гораздо проще непись от себя оттянуть, переварпать и на месте с большим ДПСом по-быстренькому индусика убить. Собственно говоря, дальше видео будет как раз именно покажу, каким образом, чего все происходило. Первое видео это будет с NPC-индусом Т2. Посмотрите, как ломается на Джеке. И второе видео уже будет с NPC-индусом Т1. Посмотрите тоже, как на Джеке все дело ломается. Ну а дальше делайте выводы самостоятельно. Имеет смысл на Джеке летать и фармить NPC-индусы? Или все-таки лучше же геката?
Так, как вы видели, видео у меня ускорено, потому что пипец долго. Если бы я не ускорил бы, вы бы просто уснули бы. Очень долго Джек убивает MC-индусов. Более того, на Гекате вы можете некоторые индусы, Т1, прям по прилету взять и уничтожить. То есть не ждать, пока он на спот улетит. На Джеке это невозможно, ну просто следить, смотрим. Берем, да? И максимум ДПС не в Греве 454, в Греве 534. Даже поставьте вы импы, поставьте, сожрите вы бустер, вы не добьетесь того ДПСа, который будет у Гекаты. Но лично мой выбор остается все равно за Гекаты. Если кому-то нравится все-таки дальше летать на Джеке, пожалуйста, вот вам Фитецкий, летайте. Но, блин, это долго, реально долго, и ваш час увеличивается по времени, уоу, просто охренеть как. Наверное, в раза так в два, потому что у Геката у нас ДПС тут получается, сейчас точно не вспомню, но там за тысячу ДПС, то есть ДПС наносится в два раза больше. Соответственно, выносится NPC-индус в два раза быстрее. Хоть вы можете тут выбирать ракеты по типу любого NPC-индуса, но все равно это не спасет вас. Все равно, в любом случае, ДПС крайне низкий по отношению к Гекате. Поэтому, ну, я все равно остаюсь за Гекаты. Дальше выбор за вами. Ну, так, пока.